Друзья, мы приехали в Неваду шопинг. Я сюда целый месяц хотела приехать, никак не доехала. И вот, наконец-то, с утречка пораньше. Сейчас пойдем позавтракаем. В общем, наверху все забито в машинах, а тут что-то... Тут нормально, не знаю. Все руки дезинфицируют. В общем, пошли мы гулять на шопинг. Шопинг. Сегодня ваша звезда – шопинг. Типичный испанский завтрак. Хлеб с... Там должно быть томаты. И кофе. Всем приятного аппетита. И мой первый заход будет в Примарк. Или Праймарк, как его называют. У нас называют его Примарк. В других странах не знаю. Тут такая даже очередь, чтобы зайти туда, представляете. Вот. Так что пойдем поблукаемся. Я на Примарк подписана в Инстаграм и здесь видела пижамки прикольные. Тут, смотрите, это, по-моему, штаны из них. Оксаночка, WhatsApp. С девочкой там переписываемся. А еще... Ой, смотрите, а вот что-то такое я видела. Топ, смотрите, какой прикольный. В общем, а там был еще и этот... Типа халатика. И было это все прикольно смотрелось. Так где вот я не вижу сейчас находится. Что-то вот вижу только штаны и топ. Я видела халатик. Пижама. Какой-нибудь домашний костюм интересный, красивый. Так. Тут вот по 10 евро. Оксаночка, WhatsApp. Да, господи, что ж такое-то. Как начнут писать, так все. Пишут и пишут. Только народу здесь, здрасте. Всем надо, вот всем надо. Понедельник, друзья, с утра. Люди не работают, наверное, ходят по магазинам, как я. Это я. Новых своих этих... Спать я вот, кстати, люблю вот в таких майках. Я не люблю никакие там эти ночнушки красивые, симпатичные. Обычные майки вот такие длинные. И вот в них люблю спать. Смотрите, какие прикольные. 10 евро стоит. И удобно, и здорово. Но у меня есть пока в чем поспать. Пижамы 10 евро. Такие мягенькие, хорошие. Так, ладно, что-то я не нашла никакую пижаму интересную, красивую. Многие прободоры примерочные не работают, померить ничего нельзя. Вот, ходишь как дурак. Знаете, даже в Примарке обувь нельзя померить. А мне иногда обувь, кстати, как можно обувь покупать не меряя? Я не понимаю. Меркаю, сюда зайду. Я в обувь всегда захожу, потому что она мне... Обувь и сумки – это моя слабость. Естественно, в H&M зайду. У нас в городе нет такого магазина.
Смотрите, какое платье. Я тоже видела это. Вылазила вон оно. Симпатичное, прям свадебное, что ли. Ой, смотрите, медвежонок. Кстати, вот такую жилетку я смотрела. На рубашку. Классно смотрелось. Свитерочек, смотрите, какой интересный, правда? Симпатичный. Я люблю рюшечки всякие, всякие воланчики. Только у нас еще целый месяц до зимы. До зимы. Для прохлады, скажем так. Вот такие штуки я называю чипизденчик. Ну, он и есть чипизденчик. Смотрите, какой. Это не знаю. Ну, вот не понимаю я это. Ой, это у нас так в фильмах показывали, помните, военные? Вот там эти наряжались так, всякие эти градоначальники. Вот, прям оттуда. Снято, наверное, фильм наш посмотрели и решили забацать такую штуку. Дубленочка, 60 евро. Ну, естественно, не натуральная. В Гранаде, кстати, холодно зимой бывает, поэтому актуально будет надеть всякие дубленочки. Что-то мне ничего не нравится, абсолютно ничего. Даже не знаю, куда глаз свой положить. Не кладется ни на что. Что-то ничего не нравится совсем. Медигетина. Он так пить хочет, он знает, что вот в этом бокале у него вода. И он бы ее лапой так бьет, поэтому придется сейчас останавливаться на заправке, чтобы купить ему воду и бутылку. Он всю дорогу вот так ее лапой. У меня всегда вода есть вот в машине, а сейчас что-то закончилось. Едем уже домой. Сейчас на заправку заедем. Где está la gasolinera? No hay gasolinera ahí. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale, vale. Pero habrá que entrar mucho, luego salir. No entré a la tienda de la católica por una botella de agua. Eso no es... Заехали на заправку, купили воду, Чарли. Чарли, ну подожди. Вот, пожалуйста. Хотела вам показать. Продавщица там такая, знаете, хорошая продавщица, потому что она мне говорит, ну, купи, говорит, это, парфюм за 5 евро. Что-то мы это от него не избавляемся, распродажа, вот. Вот. А к этому парфюму подарок вот такой вот в машину этот, ну, вонючка. Чарли. И вот такой вот здесь, в общем, одеяло термическое, перчатки и этот жакет, жилетка. Машину. Короче, за 5 евро все, всего до всего нахватало. Пускай в машине. Ага, не закрывается. Багажник кину. Надо понюхать. Сказала, вкусно пахнет. Иди назад. Это тра. Ну а и ну а тра. Мы уже дома, я сделала здесь летний салат, его так называют, здесь лук, болгарский перец, помидор, господи, там у меня стреляет свинина, вот это мужу варю яйца, тоже нужно в салат, ну вот вы видите, тунец, картошка, почему я сделала салат, потому что у меня картошка осталась вареная, помните, и заправляется все это маслом оливковым, солится и все. И готово. Такой салатик. Летний будет с яйца. Сейчас туда еще покрашу. И вот. А я доем еще. В общем, я сегодня все доедаю. Все, что было. Это вот баклажанчик еще у нас остался. Вот так вот. Что я купила? Вот такие красные. Классные кроссовки. Как всегда, у меня заканчивается батарейка. Там были классные, такие же, но красные. Они, видите, как носки. Вот. Красные были. Но они прям сильно красные. И, в общем,
слишком как бы, ну, не знаешь, подо что их надеть, да? А эти, я думаю, дай-ка померяю, просто взяла и померила. Вот. Ну, как всегда, батарейки сели. И, в общем, я померила черный, и они просто шикарно на мне смотрятся. Классно ведь, правда? Смотрите, какие они здоровские. Мягкие, удобные, можно и под платье, и под что хотите. Вот там вот белые вставки какие-то непонятные. В общем, и вот такие я штанишки купила тоже. Сейчас, как это все убрать? В общем, вот такие штанишки тоже купила себе. Потому что у меня вот такой был, не знаю, как она по-русски называется, судадера. Вот, и я думаю, у меня похожие... Когда я увидела, в общем, эти штаны, думаю, надо их приобрести, они потому что под эту судадеру подходят просто суперски. Ну, это оно мне просто лежало, отгладится потом. Сейчас вообще, по-моему, очень даже такой стиль спортивный вообще. Поэтому я буду самая модная девчонка на деревне. А еще я заметила, вот эти вот что вставки, они очень уменьшают фигуру и делают ее прекрасной. Правда же ведь, смотрите. Может, даже худеть не надо, а? Как вы думаете? Да и не надо мне ничего не говорить. Будем худеть с завтрашнего дня, друзья, будем худеть. Будут рецептики мои для похудения, кому интересно. Так что у нас начинается, но это ненадолго, потому что мне... В общем, все будет, все покажу, все расскажу, как худею, чем худею, что для этого делаю. Кому интересно, подписывайтесь на канал. Вот и на моем канале увидите похудение и рецептики для похудения. Я и не только пирожки умею жарить, но и полезные и супер некалорийные рецепты тоже. Мне они не такие вкусные, ну, что поделаешь. Кстати, ну как вам мои штаны? Кроссовки просто огонь. Прям вот огонь. Мне прям они так понравились. Я когда надела красные, они, конечно, красный совсем огонь. Но подо что я этот огонь надену, непонятно. А эти, они просто подо все. Платье, не платье, штаны, не штаны. В общем, все будет красиво и шикарно. Кстати, и стоили они совсем даже недорого, смотрите. Я там уже летнюю обувь кое-какую прячу. 25 евро. Я вообще ношу 39 размер, но эти вот 40-й. Я не люблю, чтобы кроссовки были, знаете, вот впритык. А эти особенно как носок, чтобы вот так вот, чтобы у меня все это вылезал палец потом. Я так не люблю. Вот, поэтому как-то так. Ну, еще кепочку мужу купила. Куда ж без кепочки-то? Отерли воду. Воду. Так, ладно. В общем, вот такая вот. Буду спортивная ходить. На работу, вы знаете, самое оно. На работу, потом пойти с работы в Меркадону. То есть, это стиль как бы не классика. В классику в Меркадоне мне как-то смешно ходить, да? В Меркадону в классических штанах и какое-нибудь пальто. Ну, не знаю, в общем, как-то так, друзья. Ой, чуть не свалилась. Та-та. Классные же. Супер. Та-дам. Да, кстати, знаете, почему я купила эти штаны? Даже я их сразу-то не купила не из-за того, что они мне прям супер-пупер понравились или что-то такое. Просто я увидела ценник. И думаю, за такую цену можно и выбросить. Правильно? А стоили они? Вот. А купила? Вот. Ну, блин, за такую цену, извините. Так что вот так вот. Ну, мне и понравилось, как они на мне сидят. Супер. Все, друзья. Завтра еду закупаться за тем, что я буду кушать. На завтра у меня еще есть еда, салат еще есть из этой, из свеклы. Что еще-то есть? Сегодняшний салат еще остался. Вот, поэтому кефир надо сейчас допить.
Короче, все доедаем, чтобы в холодильнике ничего не оставалось. Ой, такого провокационного, да? И престой, у меня еще пирожки-то есть. В общем, знаете, вот эти вот крылышки, которые я покупала, пирожки, все идет в заморозку. Сейчас я все это отправлю. Сейчас с вами попрощаюсь. Разгребу немножечко в холодчок, в заморозку, что там еще. Пирожки еще с картошкой, представляете, лежат. Вот, и все, что можно. Я вот тут для Чучи собрала эти. Кальций. Сейчас уберу вот эту пленку, размельчу ему. Будет ему кальций для его крылышек. Вот. Всего вам самого лучшего. Надо воду Чарли налить. Завтра у нас рабочая неделя начинается. В общем, у вас уже, наверное, не началась. Вот, спасибо за ваши комментарии. Вот сейчас всем ответила. Вот. И радует, что я не одна такая, которая сядет на диету. Ой, блин, представляете, радует, да. Ну, а что деваться? Такие вот мы, женщины. Всем пока-пока и до завтра.